Приветствую вас на очередном уроке в тренинг-центре VivaStars. В этом уроке мы продолжаем говорить о первом инструменте, который вы все получаете. Это одностраничный сайт. Итак, сайт перед вами. Вот так он выглядит. Чтобы эффективно пользоваться этим сайтом, во-первых, вы должны четко понимать, что это сайт ваш, личный. Сайты все будут одинаковые. Чем же они будут отличаться? Они будут отличаться адресом. У вас у всех будет свой адрес для вашего сайта. Вот так выглядит адрес нашего главного сайта, TR, страничка называется TR. У вас будет TR1, TR2. Это будет ваш личный сайт с вашим личным адресом. На этом сайте будет ваша аватарка, взятая из вашего профиля, конечно, если он заполнен. С этой аватарки будет происходить переход на вашу визитку. Вот на бесплатном тарифе это именно так работает. На платном тарифе здесь кнопочки появляются сразу же на страничке сайта. У вас будет свой ролик, немножко исправленный. И, конечно, у вас будет ваш номер, чтобы люди при регистрации на платформе Век Роста попадали именно в вашу структуру. Вот видите, пришла еще одна заявочка. Я ее подтверждаю. Этот человек стал в моей структуре на платформе Век Роста. Не в компании Vivasan, а на нашей обучающей платформе. Только благодаря тому, что человек указал именно мой регистрационный номер. У вас он будет свой. И, конечно, будет ссылка, которая спрятана сейчас вот за этой кнопкой, ведущая на платформу Век Роста. Если у вас бесплатный тариф, то ссылка неважно какая. Если у вас платный тариф на платформе Век Роста, то желательно брать свою реферальную ссылку из раздела «Партнерки». То есть вот все, что мы отправляли в виде отдельных ссылок человеку, все эти данные собраны на нашем одностраничном сайте. Плюс еще дополнительная информация, чем платформа может быть полезна приглашаемому человеку. То есть, размещая ссылку в ваших ресурсах в социальных сетях, вы будете рекламировать себя и будете людей привлекать к себе в структуру. Все ваши действия вы делаете ради того, чтобы продвигать себя и строить свою команду, потому что, еще раз повторюсь, сайты будут одинаковыми, но у них будет заточка, как говорят, под вас. Ну и для того, чтобы понимать, что все ваши действия, которые вы выполняете, приводят хотя бы к какому-то результату, конечно, наиболее наглядный результат – это вот заявки в вашу структуру, как я сейчас вам показал. Но заявки пойдут, конечно, не сразу. Но чтобы вы видели, что все ваши действия, что они эффективны, вам необходимо будет отслеживать статистику, то есть статистику по переходам. То есть кто-то хотя бы кликает на вашу ссылку, кто-то переходит на ваш сайт. Статистика – это очень важный элемент, о котором я расскажу в отдельном уроке, и вам будет необходимо научиться пользоваться этим инструментом. А сейчас поговорим, где и как вы можете размещать свою персональную ссылку. Выглядит она будет у вас вот таким вот образом, и куда вы ее можете размещать. В первую очередь, конечно, вы переходите на страничку своей социальной сети и размещаете ссылку в контактах, чтобы ссылка была сразу же видна людям, которые заходят на вашу страничку. Все вы редактировали свой профиль, и в разделе «Контакты» как раз и размещается ссылка на ваш личный сайт. Если вы это не сделали, то, получив ссылку на свой персональный сайт, обязательно занесите ее. Значит, чтобы ссылка работала более эффективно, желательно сделать какой-то призыв в вашем статусе, чтобы люди, посмотрев на вашу аватарку, прочитав ваш статус, понимали, что очень важная информация есть вот по этой ссылке. И, конечно, ваш первый продающий закрепленный пост – это должен содержать эту ссылку. Ну вот, например, посмотрите, как сделано у меня. Расписаны полезности о нашей платформе и в конце ссылка на лично мой одностраничный сайт. И если ваша страничка посещаемая, на нее заходят люди, какое-то количество людей однозначно будет кликать и переходить по вашей ссылке.
Если вы активно пользуетесь скайпом, к вам добавляются люди. Щелкните по своему логину в скайпе. Вот здесь у вас будет раздел «Статус». Разместите информацию в статусе своего скайпа. Сделайте какой-то призыв, ну, например, как я написал, открытая обучающая платформа. И ссылка, опять же, на ваш одностраничный сайт. Нажмите кнопочку «Готово». Ваши контакты, ваши знакомые в скайпе будут видеть под вашим именем ваш статус. И, возможно, кто-то тоже будет кликать и переходить на ваш одностраничный сайт. Если вы активно пользуетесь почтой, откройте свою почту. У почты есть такое понятие, как подпись. Вот если вы нажимаете человеку «Ответить», появляется ваша подпись. В этой подписи вы можете размещать ссылки на необходимые вам ресурсы. Нажмите на подпись, выберите «Изменить подпись» и разместите в подписи вашей почты тоже ссылку на свой одностраничный сайт. Нажмите на кнопочку «Сохранить». Ну и, конечно, в вашей визитке на платформе «Века Рост» выберите «Инструменты», выберите «Сайт визитка», нажмите «Настроить визитку», и отдельный раздел, отдельная кнопка, посвященная адресу сайта, включите эту кнопку и разместите адрес своего сайта в вашу интернет-визитку. Не забудьте нажать на кнопочку «Сохранить». То есть везде, где у вас есть возможность, разместите ссылку на свой одностраничный сайт. Это будет такая ненавязчивая, но все-таки реклама. Размещение ссылки на свою персональную страничку во всех ресурсах, которые позволяют разместить ссылку на сайт, принесет вам какое-то количество посещений вашего сайта, особенно если ресурсы, на которых вы размещаете, они все-таки у вас активно посещаются. Если у вас колоссальное количество людей в скайпе, если у вас есть друзья в социальных сетях. Но если вы будете продвигать эти ресурсы, люди будут переходить по вашим ссылкам. Ну и, конечно, отправлять ссылку можно в личной переписке. То есть, если у вас появился новый друг, либо человек у вас о чем-то спрашивает, в процессе общения вы можете поинтересоваться, интересно ли человеку получить какие-то дополнительные знания по работе в интернете, по привлечению клиентов, причем сделать это абсолютно бесплатно, с адекватной технической поддержкой. Если человек скажет, что да, ему интересно, отправляйте, пожалуйста, ссылку этому человеку. Конечно, можно поступать, как делают многие люди, отправлять эту ссылку, ничего не спрашивая у друзей и знакомых. Но с моей точки зрения это абсолютно не лучший вариант, потому что такое массовое раскидывание ссылки на свой одностраничный сайт может и однозначно приведет к блокировке вашей странички в социальных сетях и, конечно, приведет к блокировке самой ссылки. Вот у нас будет отдельный урок, в котором я расскажу, как защитить свою ссылку от бана. Потому что однозначно, наверное, вы встречались с тем, что вам отправляют ссылку в личном сообщении, вы кликаете по этой ссылке, а контакт пишет, что переход на вредоносный какой-то сайт и не дает перейти на этот, по этой ссылке из социальной сети. Это говорит о том, что ссылка забанена социальной сетью, и все ваши размещения этой ссылки в социальной сети ни к чему хорошему приводить не будут. Люди не смогут вот так вот просто щелкнуть по этой ссылке и перейти на ваш одностраничный сайт. Будет сообщение об ошибке. Об этом необходимо помнить. Подведем небольшой итог. Получив ссылку на свой одностраничный сайт, разместите ее на всех ваших ресурсах, на всех ваших контактах. И второе, разумная отправка вашей ссылки при общении с людьми в социальных сетях. Конечно, можно размещать вашу ссылку в группах, которые имеют открытые стены, на которых вы можете разместить любую информацию о себе. Очень часто это делается в группах, которые называются «Доски объявления». Вот напишите в поиске контакта «Доска объявлений», выберите «Сообщество». У вас открывается список групп с досками объявлений. Можете подключаться к этим группам, подписываться на эти группы, входить на странички этих групп, взять свой продающий пост, прямо вот так вот целиком, скопировать его и размещать на досках объявлений. Не забывайте подключать видео, либо картинки, чтобы ваш пост был интересным, и публиковать
в этих группах. Конечно, вот такое ручное размещение ваших постов по группам доски объявления, либо по другим каким-то открытым группам, не даст вам мега трафика, но абсолютно не будет лишним. Конечно, эффективность от такого размещения начинает проявляться только когда вы это делаете все-таки массово, то есть когда вы используете какие-то средства автоматизации. Вот об одной программе, которая называется QuickSender, которой я давно уже пользуюсь, она абсолютно недорогая и абсолютно понятная в использовании, я расскажу на закрытой части нашего тренинга. Эта программа позволит вам массово разместить нужный вам пост по практически любому количеству групп, но это потребует дополнительные затраты в качестве технических аккаунтов и в качестве прокси. Ну, как это делается, будет рассказано в отдельном видеоуроке в полной версии нашего курса. Сейчас я вам рекомендую руками в разумных количествах, уникализируя посты, пожалуйста, не размещайте один и тот же пост в большом количестве групп. Это приведет все-таки к блокировке вашего аккаунта, то есть об этом нужно помнить. То есть делайте все в достаточно разумных количествах. Вот эти простые и понятные действия будут приводить людей на ваш одностраничный сайт. Если у вас есть какие-то дополнительные ресурсы, вы являетесь участником каких-то интернет-блогов, на каких-то форумах зависаете, и если там есть возможность размещать информацию о себе, либо, опять же, есть возможность в вашем профиле разместить ссылку на свой сайт, тоже, пожалуйста, сделайте это. Это приведет к дополнительному трафику на ваш сайт. Конечно, отдельная тема является доски объявлений. Опять же, в закрытой части нашего тренинг-центра я вам покажу, как работает программа, которая автоматически размещает ваше объявление на тысячи досок. Вот такое массовое размещение ссылки на ваш сайт также будет приводить к какому-то трафику, то есть переходам заинтересованных людей на страничку вашего одностраничного сайта. В следующем уроке я вам расскажу о более продвинутых способах нахождение целевой аудитории, используя наш одностраничный сайт, и расскажу о, с моей точки зрения, очень эффективном способе нахождения людей, которым можно делать рекламные предложения.